На этой неделе очередная будка появилась в самом сердце города, на главной пешеходной зоне, обновленном проспекте Кирова. Закусочная от русского аппетита – воронежская франшиза. Начать работать точка общепита не успела, скандал дошел до мэра. А что касается проспекта, ну мы обсуждали эту тему, это общая территория. И этого не... Нет, я же вам объяснил сейчас. Это договорные отношения, которые заключены с 5 по август 2020 года. С тем собственником, который арендует и чей ларек, был разговор. Он взял позавчера ночью, привез и поставил там, или там в начале дня поставил этот ларек. На сегодняшний день мы с ним занимаемся для того, чтобы в рамках закона произвести мену, предоставить ему другой участок и освободить эту территорию. Потому что можно поставить краном, но как минимум это будет превышение. И что там у собственника будет, он на кражу может написать заявление и так далее. Вы все это прекрасно знаете, да. Поэтому здесь вот эти ларьки, они просто неуместны. Уже ночью градоначальник на странице в Инстаграме отчитался о демонтаже конструкции. И уже в четверг днем от будки не осталось и следа. Уполномоченным органом по проведению торгов на право размещения нестационарных торговых объектов выступает Комитет по управлению имуществом. Курирует данное направление заммэра Антон Корнеев. Схема размещения ларьков находится в открытом доступе, прямо на сайте мэрии. В ней все, от торговых тележек до елочных базаров и киосков. Мэр ссылается на старый договор, но все же, почему ларька с едой нет в этом реестре? Впрочем, с бизнесом из Нечерноземья это не единственный казус. Угол Соколовой и 5-го Мурманского проезда. Через дорогу – здание аграрного университета. Торговля должна быть бойкой, но нам, правда, не повезло. Занятия у студентов кончились. А это снова центр города, улица Московская, место проходное. Снова берем схему размещения ларьков. И снова не находим в ней палаток русского аппетита. Ну как же так? В сегодняшний момент у нас получается так, что в некоторых центральных местах мы видим, что появляются ларьки, на которые не сразу могут предоставить, а зачастую вообще не предоставлять никаких документов, и которые функционируют, которые подключены к свету, которые подключены иногда там к отоплению даже, которые иногда даже, как бы это абсурдно не звучало, канализацию и воду имеют. Какие-то ларьки, которые временный характер носят. А для того, чтобы этого не допускать, необходимо держать четкую позицию, не выборочную. И если появился где-то ларек, тем более в таких центральных местах, про которые говорили ранее, то их наказывать по всей строгости. Потому что, чтобы мы понимали, любая отсрочка для сноса того или иного ларька приносит прибыль тому, кто осуществляет там свою деятельность, он по-всякому будет это оттягивать, и тот, кто ему, соответственно, в этом помогает. Мы же должны предполагать, что просто так ларьки, они не стоят. Кто-то в этом заинтересован, чтобы кто-то не сносился. Евгений Чернов – участник межведомственной группы, которая создана при городской думе. В нее входят представители всех структур, которые должны бороться с незаконными ларьками. В августе вместе с парламентарием мы были участниками рейда по объектам, подлежащим сносу. По торговым палаткам уже были вынесены судебные решения. Острая дискуссия развернулась с владельцами бизнеса на улице Лунная. Здесь под снос должны были пойти 5 ларьков. Устоял один. Сарай держится из последних сил. Кстати, владельцы на встрече в августе говорили об удобствах для покупателей. Они здесь налицо. А вот и наш старый знакомый – ларек с мороженым. Немного поменял место дислокации, но в схеме размещения нестационарных торговых объектов его тоже нет. Рабочую группу мы не прикрываем, мы не заканчиваем. Мы все объекты, которые у нас были, по которым сроки подошли или подходят, мы их будем контролировать. На тех этапах, когда кто-то незаконно захватывает землю, здесь необходимо муниципальному контролю, земельному контролю, правоохранительным органам применять как раз те нормы, которые будут наказывать за захват чужой земли. Я же не могу, например, просто так прийти к вам домой, в частный дом, либо в квартиру и поставить там свою палатку или ларек или еще что-нибудь. И там, соответственно, находиться или осуществлять, тем более, даже предпринимательскую деятельность. Не могу. А это земли общего пользования, муниципальные земли. Поэтому здесь необходимо жестко пресекать и наказывать. Идея с перехватом инициативы у торговцев хороша, но на практике не реализуется. Мы снова на Лунной. В течение пары лет здесь была сезонная торговля овощами. Архивные панорамы Яндекса напоминают, как все это было. Осенью торговая точка обзавелась стенами и крышей.
Ну и вишенка на торте. Новый ларек в шаге от администрации Ленинского района. Место это любопытное. Когда-то здесь был еще один подземный переход на третий дачный. Важный инфраструктурный объект перешел в руки частников. Какое-то время использовался как склад. Теперь вход замурован фруктами и овощами. И все это на глазах чиновников. Ну, не могут же они из окон не видеть происходящего. В общем, не успели жители вздохнуть после освобождения площади у ДК «Россия», как прилегающая к ней территория снова стала обрастать торговыми новообразованиями.